Всем привет, с вами SteelPro, и сегодня покажу модные фейерверки для Майнкрафта Pack Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется настоящий фейерверк, который вы можете запустить в своем обычном мире. Что ж, поехали. Первый такой маленький фейерверк добавляет этот мод, который, можно сказать, стреляет несколько раз, и его, можно сказать, заметить можно сразу. То есть у него очень маленькая высота, и не задумываться о том, что этот фейерверк оставляет после себя дырки, которые вы также сможете закрыть с помощью этих блоков. Не блоков, а блоков, в которых вы хотите закрыть дырки. Да, это очень большой минус, пожалуй, в том числе и для меня. Ну что ж, давайте дырки закроем маленько позже. Для этого мы отлетим подальше от моего домика и попробуем запустить еще дальше фейерверки. Вот такой фейерверк уже на 20 выстрелов, и стреляет он уже очень-очень высоко. То есть его разглядеть будет уже трудновато. Ну и он также, к сожалению, оставляет дырки, которые после нескольких выстрелов этот фейерверк образуется, и вы их сразу сможете заметить. Как видите, фейерверк довольно классно выглядит. И что ж можно сказать о нем? Мод довольно проработан, но все же, как я сказал, бывают баги. Ну, это довольно приятно. Как видите, например, такой баг, что такой фейерверк на 40 стреляет под нашим миром, да. И он также может нас утащить под мир. То есть мы просто-напросто выпадем из мира, да, это большой минус. И вот этот фейерверк называется деактивация своего фейерверка. То есть, ну, вы сможете просто-напросто в любой момент деактивировать этот фейерверк. Но смысла вот этой штучки я, если честно, не вижу. То есть он взрывает большую площадь и, ну, можно сказать, ну, выключает фейерверк, но и в том числе взрывает большую площадь. Так, что-то мне сегодня вообще не везет, я ломаю все блоки, да. Такое бывает. Ну, все-таки давайте закроем мои дырки, чтобы все было нормально, чтобы мы больше не падали из мира. Ну, как вы увидели много фейерверков, поэтому на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.